Всем привет, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Сегодня мы с вами слушаем дебютную, я так понял, работу молодого исполнителя, творческого человека, Кирк, он же Марк Ермилов. Работал он со Скриптонитом, с Трувером, с Капеллой, битмейкером, в общем, ну, давно в тусовке, парнишка молодой. И, короче, если вы видели в Инстаграм Director Vision, ну, аккаунт, это вот он. И я так понял, он снимал клип Труверу Кересен. У него вышла работа Colors EP из 5 треков. Давайте слушать. Поддержим парнишку. Первый трек. Так, неплохо. Многообещающе. Слушайте, круто качает на самом деле. Сэмпл очень крут. Очень круто. Припевчик запоминающийся. Крутая работа. Неплохо. Diddy and Biggie. Ну, звучок прикольный такой, реверсированный, типа. Менее кочевая, конечно, тема. Хова и Иисус, я так понял, это Джей-Зи и Канье. А кто... Информации нет, конечно, по поводу кто что продюсировал. Ну, надо размещаться, в общем, на Fast Food Music, я думаю. И никнейм, если вводить в поиске, то выходит DaBaby. Вообще никакой информации нету практически в интернете. Так, а что убавляется так быстро? Рано. Тишина тут. Странно. Все про вас. Следует сказать тост. Тройки с миром мы убили все в книге. 4-5 часов все читают. Стрипы называют, карма называют, да удачи. Продакшн крутой. Клевые биты, что еще можно сказать. Немного уверенности как будто бы не хватает, какого-то, может, напора, агрессии какой-то, может, уверенности, в общем. Но продакшн крутой. Круто. Ну, на фоне вообще спокойно можно слушать, реально, прикольно. Где-то. Струнные там расстроены, похоже, хламину. Мне кажется, голос надо вообще погромче чуть-чуть сделать. У меня вот, ну, я в основном слушаю только музыку сейчас.
Может, в наушниках, конечно, лучше слышно. Но такое ощущение, как будто тихо. Так красиво кончается в итоге песня. Так, последний трек. Гринко 2. Первой части не видно, не слышно. И тут опять какой-то крутой сэмпл. Какая-то связь, наверное, есть между первой и последней. Основное блюдо, новые мешки под глазами и домашние мелодии, курю косяки перед домами, массовые застройки, дайте мне самому бросить кости. Эй, гринго, дай наиборенной. Посажу на крыльцо и скажу, здесь сидяченьки. Покажу на двор и скажу, здесь большие псы. Это не выдурные, это просто дурь. Эй, гринго, дай наиборенной. Так. Ну что, для начала, как дебютная работа, первая, в принципе, даже очень неплохо. Продакшн очень крутой всех битов, всех песен. Везде очень крутые биты, но больше всего мне понравился в AALL. Вот Гринка вторая часть и, скорее всего, Диги и Биги. Там, по-моему, прикольный звучок был. А, нет, все про вас. Да. По поводу текстов тоже все, в принципе, вроде как нормально. Еще мне бы их еще увидеть, где-то я не мог расслышать. Вот. По флоу, в принципе, тоже все очень неплохо. Но не хватало где-то настойчивости, где-то прям... где-то казалось прям монотонно. Ну, в общем, еще как бы можно над этим поработать. Не хочется никак обидеть вообще, но мне кажется, еще можно как бы и нужно работать над собой, над своим флоу, прокачивать скилл и так далее. Но в общем и целом очень даже неплохая работа. Если вам, пацаны, понравилось, кто вот смотрел реакцию, зацените. Я знаю, тоже тут будет не так много просмотров. Но те, кто посмотрит, оставлю я ссылочку, в общем, на группу Марка в описании. Подкиньте прослушивание пацану. Напомню то, что он работал со Скриптонитом, LJ-ем. В общем, он красил, как я понял, красил клипы Скриптониту и LJ-ю. LJ-ю не знаю, конечно, может и вообще это его... Короче, говорю, что знаю, Скриптонит украсил, Труверу снимал. Вот. Так что зацените, посмотрите, послушайте. Может, что себе добавите и понравится. Лично я кайфанул, еще раз повторюсь, с AALL. Ну вот прямо с этого трека больше всего кайфанул. Пишите в комментариях, как вам релиз данный. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. We'll be right back.
Check it out.